100 граммов гашиша. Такое количество растительного наркотика изъяли у мужчины во время обыска в Тюмени. Запрещенное вещество лежало в небольшом свертке в его личных вещах. Подозреваемого задержали, а пакет отправили на экспертизу. Анализ лаборатории показал внутри гашиш. Как пояснил 28-летний задержанный, последние 3 месяца он занимался распространением наркотических веществ. В интернете он купил крупную партию, а дома фасовал на дозы и раскладывал в тайники по всему городу. Мужчину взяли под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.